На третьем этапе строительства дороги Эрцу-Синагурза асфальтировано 7 километров дорожного полотна. Еще 3 километра готово под асфальт. Кроме этого, в текущем году должно быть капитально благоустроено 13 километров дороги. И ухидел дешевый ремонт, артахит уже сорстом, сосартам просто асфальт канинок, уже одам пойду канинч. На сегодняшний день в Эрцу завозятся строительные материалы. Отрезок дороги готовят к благоустройству. Другие работы в этот сезонный период здесь пока попросту невозможны. Даже сегодня в Эрцу обильный снегопад. По словам дорожников, как только снег сойдет, а погодные условия стабилизируются, они завезут на объект спецтехнику и работы возобновятся. Материал завозит Кенабурдам, Нейлавдестам. Уже дарджи 5000 кубов с балластом. Инертный материал там. Песок лосам, дортак, цемент мани райдобрестам. Лосам трубота лосам. Ма параллельно трубота квестуина погуданиша джиздар. Бетонный трубота варам митровита. И фандага инна форсма. Дуна хахизанта фандактаками. Ма удонал кусам уже где-то дуа корей барсал кусам. По словам Алана Габараева, проектировщики не учли тот факт, что дорога зимой здесь завалена снегом. Поэтому предложили поставить парапеты только на строительных участках, что невозможно в горных условиях, что явилось причиной некоторых изменений в проекте. Хорошо отрешили, что каве, асфальт и сорозен, за счет того, что бетон и отбойник та парапет сметающая сумма и суду найдем асфальт сорозут. Ма хошия за икома шофарши карум мафаван. Уше парапет, та взару частук такам ст, ум цас варжестам где-то тиши штук фаджа. И не ратте та, ше джесе иканум я канам, ум ай та полностью асфальт сарачес. Глава Комавтодора отметил, что к бетонным и другим работам привлекаются рабочие из сел Кударского ущелья, активно и благотворно сотрудничающие с дорожными службами республики. Связал постоянно, что дарит тагнем, удобно кусать фанда, то это нам охма кусать бирай. Дорога Эрцу-Синагур удлинена на дополнительных 11 метров. Учтены все правила дорожного движения. Здесь созданы все условия для комфортного передвижения автотранспорта. Проект полностью сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года. Анна Гаева, Регина Черткоева, Аида Кочеева. Информационный выпуск сегодня.